Здравствуйте, подписчики! Сегодня я хотела бы вам показать, как можно расписать такую вот досточку кухонную борецкой росписью. Предварительно я сделала уже эскиз, начала роспись. Роспись я выполняю темперной краской. Кисточки в основном беличьи, но можно использовать синтетику. В краске нам понадобится желтая, зеленая, оранжевая, красная. Сначала вот я нарисовала ствол дерева нашего тюльпанного, цветы, и сейчас начала листики. Листики делаем смесью желтого с зеленым, вот такие салатовые, это желтый с зеленым, а эти листики зеленый, изумрудный зеленый, с добавлением тоже немножко салатового. Листики у нас прорисовываем в один слой. Вот такими вот движениями. Краска темперная, она очень тонкодисперсная, очень гладко и хорошо ложится. Буквально один слой, и она покрывает, даже если у вас был предварительный эскиз карандашом, она прекрасно покрывает этот карандаш, и он нам в дальнейшем не мешает в нашей работе. И работа будет уже выглядеть достаточно аккуратно, даже если вы не будете стирать карандаш. Вот. Ну, конечно, можно научиться в дальнейшем рисовать совсем без предварительных эскизов, запомнив сюжеты. Но если вы хотите, допустим, более проработанный сюжет, более сложный какой-то, то лучше, конечно, делать предварительные эскизы. Вот. Листики у нас вот такие изумрудные будут, они будут с желтыми или салатовыми прожилками, а как раз салатовые будут с зелеными прожилками. Вот, прорисовываем первые слои вот таким образом, такими кругообразными, немножко дугообразными движениями по краям к середине, то есть от края лепестка к середине, от края лепестка опять к середине.